Итак, вот мы получили наш танчик за маневры игры с кланом. Я его немножечко уже экипировал. И это у нас будет первый бой на этом танке. Интересно, что у него. Я сравнивал его с его братом-близнецом, прокачиваемый ветки исследований ВЗ-55. По сравнению, что я хочу сказать, его пушка гораздо лучше в плане точности времени сведения. А теперь мы это проверим на практике. Кстати, мы можем видеть, что есть у нас люди, которые уже получили такой танк, как Waffentrager. Вон он у нас стоит. Что ж, можно сказать, людей можно поздравить. Но у нас есть свой новый интересный красивый танк, который, кстати, возможно, редко у кого теперь будет. И если я не ошибаюсь, у него механизм до зарядки. И сейчас мы его проверим. Динамик любуется даже MX-50B. Барьер. У меня, кстати, многие соклановцы решили взять его, так как после недавнего обновления в боновом магазине появились такие танки, как FV-215B-183 Бабаха, которые, кстати, теперь я тоже хочу себе взять только за боны. Средний танк Т-22СР и советская ПТСА, объект 268/5. Над ПТ советской я еще пока подумываю, стоит ли нам ее брать. Вопрос очень хороший. Так, вот мы... Нет, одного мы все равно не пропукаем. Вторую тычку дать нам не удалось. Я очень бы хотел. Противник никак не может угомониться и хочет получить от нас побольше. С альфой, как обычно, нам не везет. Игра нам откручивает из трех выстрелов. Ни одного выше среднего даже не прошло. Даже близко к среднему не было. Я чую, что там есть кто-то. Вам придется тратить снаряд. Механизм для зарядки — удобная вещь. Как я понимаю, второй снаряд перезаряжается гораздо быстрее первого, поэтому можно отстреливаться как на цикличном орудии и держать второй снаряд при себе на всякий случай. Парень купил бабаху себе. Стоит. Он не подозревает, что мы его выцеливаем. Опа, две тычечки. Сюда. Так, аккуратненько отъезжаем от Есотова. Кстати, сейчас альфа 2 снаряда прошло повыше среднего. Оп. Все заметили? Есто играет на маузгане. В принципе, после того, как я взял этот танк, я чувствую, что на прокачиваемом ВЗ-55 играть я уже явно больше не буду. Этот танк будет поудобнее. В плане нанесения урона гораздо удобнее. Есть пробитие. Взрыв был гладкий, дамы и господа. Ебятый поиграл. Как же приятно, когда ты взрываешь был гладку, а не тебе. Блин, впечатление пока от танка, конечно, вай. Танк просто огонь. Так, боюсь, что союзники могут подпирать. К сожалению, вертушка не зашла. Да, пробитие 306 подкалиберное не самое высокое. Ну что поделать, ребята, терпим. Терпеть будем, терпеть.
Наша бабаха поиграла, конечно же. Бабахи в нашей команде гораздо хуже, чем бабахи в арабской. Альфа, чуть-чуть не... Ну, 1000 за 5 секунд, ребята. 1000 урона. Даже не за 5, да за 2,5. И мы до сих пор даже краску нам не поцарапали. Что я вам могу сказать? Танк имба советую всем. Да, краску нам все-таки смогли поцарапать. Ну, что поделать. Ой-ой-ой, ребята, не дождался. Полсекундочки. Вот это проблема до зарядки. Полсекунды не дождался, чтобы у меня был второй снаряд готов. Что поделать, ребята? Ошибки, ошибки, они есть всегда, они всегда будут. Осталось 2 протанка противника. Нужно выдать нам по полный барабан, конечно, по коро 45, чтобы он не расслаблялся. Есть пробитие. 5500. В первом же бою 5500. Танк вообще огонь. Посмотрим, что сделала наша команда в этом бою. Ну, противников мы порвали. Конечно, взвод на 2277 у них был очень интересный, очень прикольная тактика. Никому не советую так играть. Особенно в самом начале боя. Первая степень. Да. Мастера нам за этот бой никто не хочет давать. Ребят, мы даже уже ушли в плюс, что я вам могу сказать. Берите, покупайте. Танк реально будет гораздо лучше, чем вот этот прокачиваемый ВЗ-55.